Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю, друзья, делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу без вложений. Surf Hunt. Как-то так называется. Я вчера писала видео, обзор краткий делала по этому буксу, где мы абсолютно без вложений на просмотре серфинга и выполнение заданий зарабатываем денежку. Минимальный вывод отсюда 1 рубль, и я проверила этот букс уже на вывод. На сегодня я просмотрела всю рекламку, но в течение дня появляется реклама, и можно опять просматривать. Баланс у меня по нулям. Нажимаю сюда. Я рубль 50 там с чем-то я выводила. Так, вот сюда на Pair. Кошелек у меня прописан. Сюда платежный пароль вставляем. Вводим сумму. В данный момент у меня был вот 1 рубль 56 копеек. Я проверила. Сегодня в 9:18 выплачено. Несколько минут назад как бы я делала вывод. Идем на Pair кошелек. Вот 10 июня. Перевод выполнен. Что приятно удивило. Pair не взял комиссию даже. Рубль 56. Выплата Елена. Мой логин. С проекта surfhunt.ru. Все замечательно. Букс платит. Продолжаем, друзья, работать. Также я хочу вам сказать, что есть здесь обмен средств. Здесь можно менять счет вывода на рекламный счет. Как бы и рекламить свои проекты. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам показать, рассказать. И здесь смотрите YouTube обзоры. И я вчера записала видео по проекту. И вот мое видео попало каким-то образом сюда. Не знаю, как оно сюда попало, но тем не менее. И я хочу что сказать. Здесь работают, смотрите, иностранцы. Иностранные видео. Вот, видите, здесь такой вот арабский язык. Здесь Испания, наверное. Или Испания или Италия, как-то так. Вот. Ну, продолжаем работать. Всем удачи, больших заработков. Будет возможность, запишу видео по выводу в режиме онлайн. Платит инстантом. Я думала, пойдет в обработку, как бы, да, некоторые идут сначала, обрабатываются вручную на модерацию, а потом уже производится вывод средств. Нет, платит инстантом. Мне сразу успешно выплачено, написали. Я сразу пошла кошелек открывать. И денежка уже как бы в кошельке. Все замечательно. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.